В Саратове вновь проходит операция «Тонировка». На нескольких перекрестках города сотрудники ДПС выявляли нарушителей. Буквально за 2 часа удалось составить протоколы на несколько десятков автолюбителей. По государственным стандартам разрешено затемнение передних стекол не более чем на 70%. Также допускается тонировать верхнюю часть лобового стекла, но высота пленки не должна превышать 20 сантиметров. Административный штраф за несоблюдение нормативов составляет 500 рублей. Также автолюбителей обязали прямо на месте устранить нарушение, отклеив пленку. Ну а уже в эти выходные инспекторы проведут очередную акцию. Выявлять и наказывать на этот раз будут тех, кто сядет за руль нетрезвым.